Mark chapter 4 talks about four types of soil. Четвертая глава Марка говорится о четырех видах почвы. In comparison to the condition of the heart. И сравнивается это с состоянием сердца. I believe that the presence of God. Я верю, что присутствие Божье. Tills up and softens the hard-packed soil. Оно как бы вскапывает и смягчает эту почву наших сердец. Removes any stones from the stony ground. И убирает камни, которые там есть на каменистой почве. Clears out the weeds. Очищает сорняки. So that then we are good fertile soil. Для того, чтобы мы могли потом быть такой хорошей плодоносной землей. Ready to receive God's imparted word. Чтобы мы были готовы принять переданное от Бога слово. So that we can bear much fruit. Чтобы потом принести много плода. Tonight, as we continue in our theme. Сегодня вечером мы будем продолжать нашу тему. On dreams and visions. О мечтах, о видениях. Again, it's more about fulfilling your purpose. Я напоминаю, что это больше в направлении исполнения вашего призвания. Hitting the target. Попадание в цель. Making sure that you are able to fulfill your destiny in God. Чтобы мы были уверены в том, что мы исполняем свое призвание от Бога. I want to talk to you tonight in the opening. Вначале я хотел бы поговорить с вами. About some simplistic things as far as writing your vision. О некоторых простых вещах, которые касаются написания вашего видения. It's very important for you to write your vision. Очень важно, чтобы вы для себя записали ваше видение. The Bible clearly says, without vision or prophetic direction. И Библия очень ясно говорит, что без видения или пророческого направления. The people cast off restraint. Люди, ну, неуправляемы, необузданы становятся. They don't move together. Они не движутся вместе. God wants us to move together. Бог хочет, чтобы мы двигались вместе. Whether it's me with my own being. Либо это я своим всем существом. My spirit, my soul, my body. Мой дух, душа, тело. Have to flow together. Точно так же оно должно все вместе быть. My personal household with my wife and children. Точно это также должно быть в моей семье, с моей женой, с детьми. We have to move together. Нам нужно двигаться вместе. As a family. Как семья. Our church. Наша церковь. Has to come together. Должна собираться вместе. And has to move together as one. И двигаться вместе, как они единое. That's God's intended purpose. Это Божья цель, этого Он хочет. There needs to become a oneness. И должно прийти единство. Now there can be diversity. Может быть разнообразие. There can be different thoughts. Могут быть разные мысли. And yet have unity. Но однако мы можем все равно иметь при этом единство. How many of you spouses? У кого из вас есть мужья или жены? Have different thoughts. И у вас с вашими мужьями и женами разные мысли. Or do you think exactly the same? Или вы думаете абсолютно одинаково? No, you're different. Не, вы разные. Husband and wife, they're different. Мужья и жены разные. Now my wife and I, we are one. Мы с женой едины. But believe me, we are different. Но поверьте мне, мы очень разные. I'm spontaneous. I can just change and flow, and it's okay. Спонтанный, я могу быстро все менять, течь куда вот сейчас надо, и мне нормально это. Oh no, not my wife. Но нет, это не о моей жене. We need long plan. Ей нужно, чтобы был большой, так сказать, запас времени, чтобы поменять что-то. Over all the different subjects of our life, all the different areas of our life, we have. You want me to go a little longer? A little longer. Okay. All right. Over all the different areas of our lives, we have to come together in agreement. И касательно разных областей нашей жизни, мы должны приходить какому-то согласию с ней. Now there are processes to be able to work through that to get to agreement. И это, конечно, процесс определенный, который мы должны пройти, чтобы прийти к согласию. Some of that we're going to discover and search out over the next several days. Некоторые из этих вещей мы будем как раз исследовать, смотреть на это в несколько следующих дней. God wants one. Бог хочет единого. He wants us to stand as one. Он хочет, чтобы мы стояли как один. Unified. Единстве. But Ephesians 4 says we have to endeavor to keep the unity of the Spirit.
Но в Ефесянах 4 главе говорится, что нам нужно твердо стоять и держаться единства духа. And the bond of peace. В союзе мира. So he says we have to endeavor to keep it. И там говорится, что нам надо твердо стоять, упорно стоять в том, чтобы сохранить это. You gotta work at it. Нужно трудиться над этим. Things will come, things will happen. Потому что будут разные вещи происходить, приходить. But you endeavor to keep the unity of the Spirit. Но нужно твердо держаться единства духа. It's vitally important for us. Это жизненно необходимо и важно для нас. There's an old saying. Есть такая старая поговорка. The enemy likes to divide so that he can conquer. So that he can conquer? Yes. Враг любит разделять для того, чтобы потом он мог завоевать. So we can't get divided. Поэтому нам нельзя позволять ему разъединить нас. Paul exhorted the Corinthian church. И Павел наседая говорил церкви Коринфе. That there was divisions among them. Что были между ними разделения. I'm of Paul. Я Павлов. I'm of Peter. А я Петров. I'm of Apollos. А я Аполосов. All these different ones. Все вот эти разные. But yet we are one. Но однако мы одно, мы едины. It's about being the body of Christ. Это все сводится к тому, чтобы мы были единым телом Божьим, телом Иешуа. Now let me come back around to how vitally important it is to be able to have a clear vision for your church or for your ministry. Вернуться к тому, чтобы еще раз обратиться к тому, насколько это важно иметь ясное видение для вашей церкви или для вашего служения. Now these principles can apply to your personal life. Эти принципы также могут относиться и к вашей личной жизни. As well as to the ministry. И к служению. So without prophetic vision or direction. Без пророческого видения или направления. You won't have a unity flow come together. Не будет такого единого движения вместе. So how do you get this? Как же это получить? I talked about it a little earlier. Я немного раньше говорил об этом. I gave you several principles on how to press in and discover and search for that. Я давал вам некоторые принципы, делился с вами ими, о том, как нам искать Господа в этом направлении и как понимать Его. Years ago, I was just kind of launched out into ministry. Много лет назад меня, так сказать, запустили в служение. I knew I was called. Я знал, что я был призван. I knew that God had called me into the ministry. Я знал, что Бог призвал меня в служение. I started as an evangelism director. Я начал с того, что возглавлял служение евангелизации. After several years, moved into youth ministry. Через несколько лет занялся молодежным служением. Had gone through our school of ministry. Прошел нашу школу служителей. And the pastor of our church heard that another church in Central Texas was looking for a pastor. И пастор в нашей церкви услышал, что в одной церкви в Центральном Техасе нуждаются в старшем пасторе. God spoke to him nearly audibly. И Бог проговорил к нему почти что слышимым голосом. It was that clear that I was the one that was supposed to go. Настолько это было ясно, что именно я должен был туда поехать. So we loaded up our family and moved to Central Texas. И мы всю нашу семью, так сказать, поместили в машину и переехали в этот город Техас. Fully in faith, knowing that God had called us. И мы это сделали. Полной верой узнаю, что Господь призвал нас. Oh, how naive we were. Насколько же мы были наивны. I tell people that real seminary started whenever I arrived there. Я всегда людям говорю, что настоящая семинария моя началась тогда, когда я туда приехал. Kind of like marriage. Ну, типа как с браком тоже. I tell young couples. Я рассказываю вот молодоженам. We're going to do some premarital counseling. Будущим молодоженам. Я им говорю, вы знаете, у нас будут такие консультации добрачные. I'm going to give you some things that if you'll do, they can work for you. Я вам расскажу такие вещи. Вот если вы будете это делать, будет у вас хорошо все действовать в жизни. But there's just so much preparing that we're going to be able to do. Но я им говорю, но вы знаете, мы можем подготовиться всего лишь вот настолько. Because you're really going to start learning when you say I do. Потому что по-настоящему ты сможешь сказать, что ты что-то начал понимать, когда ты скажешь «да, согласен». Oh yeah, that's when the marriage is on. Вот тогда начинается семья. I found out that's when ministry really was, whenever I came a senior pastor. И я для себя обнаружил, что вот тогда и началось мое служение, когда я приехал туда, чтобы быть старшим пастором. I found out how much Bible school did not teach me. И я узнал о том, как много библейская школа еще скрывала от меня. I knew how to preach. Я знал, как
как проповедовать. I knew how to lay hands on the sick. Я знал, как на больных возлагать руки. I knew how to do marriages and weddings. Я знал, как сочетать людей. I could do funerals. Даже похороны мог проводить. But all the other stuff of the church. Но все остальное, что касалось церкви. I had to learn by doing it. Мне пришлось этому учиться, когда я это делал. They didn't teach a lot of the principles and things that I'm wanting to share with you. И меня не учили в библейской школе теми принципами, которыми я с вами сейчас делюсь. We would show up on Sunday and just have church. Мы там, ну, в воскресенье собирались и проводили церковь. It was fun. Весело было. Now, whenever I went to this city, когда же я приехал в этот город, to pastor this group of people, чтобы быть пастором над этими людьми, they told me that I had 35 members. Мне сказали, у тебя 35 членов церкви. I found out. Обнаружилось. They must have counted the pregnant women twice and a few cats and dogs. Обнаружилось, что они беременных женщин дважды посчитали, а еще посчитали кошечек и собак, которые у всех были. I was wondering where the 35 people were. И я говорю, где же эти 35 человек? But we started. Но мы начали. I was young and full of passion and zeal. Я был молодым, полным страсти, энтузиазма. I had no idea all of the struggles, the hardships, the hurts, the battles that I would face in ministry. И я понятия тогда не имел обо всех трудностях, сражениях, испытаниях и других вещах, с которыми мне придется столкнуться в служении. Yes, I knew I was called. Да, я знал, что я был призван. But it was still almost like a fantasy. Но это все еще было как какая-то фантазия в голове. I had this perfect image of ministry. У меня было такое идеальное представление о служении. That everybody would love me. Все будут меня любить. That nothing would ever go wrong. Никогда ничего не будет происходить неправильно. Boy, did I get a wake-up call. Да, ну, в общем, я пробудился, так сказать, этой мысли, очнулся, как-то пришло время. You able to do all this Texas line? Hopefully you can understand Texan. Надеюсь, что когда-нибудь мы все сможем понимать техасский язык. Вот есть специалисты, помогут. We very quickly started to grow. Мы очень быстро начали расти. But our growth was very diverse. Но наш рост был очень разнообразным. When a new pastor shows up. Когда появляется новый пастор. At least in America, I don't know about here. По крайней мере в Америке, не знаю как здесь. Or you start a new church. Или когда начинаешь новую церковь. It's like all the stray dogs come to your house. Такое впечатление, что все странные собачки собираются к тебе в твою будку. All the old invalids of the city. Здесь вот Таня подсказывает, все инвалиды с города приходят. They all started coming. Они все приходят. You know what I found out? Знаете, что я обнаружил? Stray dogs have fleas. Что вот у этих собачек, так сказать, бездомных дворняжек, да, у них есть не шерсть, что у них? Блохи. Забыла, у людей еще у них блохи. It wasn't very long then I realized that everybody was doing their own thing and going different directions. И вскоре я понял, что они все делают каждый свое и каждый в своем направлении тянет это. Now, I'd grown up in West Texas. Я вырос в Западном Техасе. I'd done farming and ranching. И я и на ранчо рос и фермерством занимался. I grew up in raising sheep. И я вырос, выращивая овец. It's a real struggle to get over that God likens us unto sheep. И для меня до сих пор вот это вот странно, вот эти все сравнения с овцами. They're not the brightest animal out there. Потому что они не самые умные животные, которые есть на земле. They have real problems. У них есть реальные проблемы. Sheep need a shepherd. И точно, что они нуждаются в пастухе. So I grew up in West Texas raising these sheep. Я вырос в Западном Техасе, выращивая овец. I would get mad at them. И вот, yeah. И я на них злился. But not too much of a problem with sheep. Ну, вообще, с обычными овцами не так уж это большая проблема. I remember right out of high school.
Я помню, когда я был в последнем классе школы. I went to work for a rancher out in West Texas. Или уже закончил школу, я поехал к одному ранчо, не знаю, ранчо. We were allowed to carry a gun when we rode horseback. Нам разрешали с собой пистолет возить, когда мы объезжали там эти все владения. We could hunt varmints while we rounded up to be able to get their animals to collect their pelts, the fur. А, и нам разрешали даже стрелять в животных, там какие-то такие животные специальные. Гепарды. Кто? Гепарды. Гепарды? Ну что, какие гепарды? Не пугай меня. И, в общем, их шкуру собирали для того, чтобы из них там что-то потом делать. This was to make extra money. Это чтобы подработать еще денег немножко. But the rancher told me. Но этот ранчер мне сказал. He said, "You're not allowed to carry your gun if we're going to round up Angora goats." Тебе нельзя с собой брать пистолет, если ангорский хоз будем собирать. Так. I said, "Why?" И я говорю, почему? He said, "You'll see." Он говорит, увидишь. As the first time rounding up goats. И в общем, когда мне пришлось первый раз собирать козлов, коз, они туда, сюда. This direction and that direction. В эту сторону. They would hide in the bushes. Прятались по кустам. And they wouldn't come out. И не выходили. I'd have to get off my horse. Мне приходилось слезать с коня. Take rocks and throw them at them. Брать камни и в них кидать. Get them to go out the other side. Чтобы они с той стороны выбежали. By the time I would get back on my horse. Ко времени, когда я раздалась ответ на свою лошадь. The goat would be going over the next hill. Out of sight. Они уже с другой стороны через следующую горку перескочили. I felt that way pastoring in Lockhart. Вот так вот я, когда в этом первом городе был пастором, вот так я себя постоянно чувствовал. I said, God, these aren't sheep. Я говорю, Боже, это не овцы. You sent me a bunch of goats. Ты мне кучу козлов послал. I had a lot of work cut out for me. В общем, много у меня там было работы. There was many challenges. Много таких трудностей было. But here's what I found. Но вот что я обнаружил. As I began to set the vision. Когда я начал проявлять, да, когда я начал направлять в сторону видения. People stopped going. Every direction. Люди перестали во все направления, кто куда. People started coming together. Они как бы стали собираться вместе. To move as one. Чтобы двигаться в единстве. Not everybody. Не всем. It drew a line. Но это как бы провело определенную черту. Some didn't want to move that direction. Некоторые не хотели двигаться в этом направлении. So I chose who I lost. И я сам выбрал, кого я потерял. The vision set the course. Потому что видение задавало курс. Those that didn't want to go that direction, те, которые не хотели в этом направлении идти, had to go find someplace else. Им пришлось пойти в какое-то другое место найти. But those that God had called, но те, кого Бог призвал, there began to be unity. Они начали в единстве идти. A unified effort. Это стало как бы такое соединенное усилие, движение. We began to work together. Мы начали вместе трудиться. To see God do marvelous things. И видеть, как Бог делает чудеса. Now, many times, part of the problem that we don't see unity. Часто причиной того, почему мы не видим единства. We have not clearly defined and written the vision. Может быть то, что мы ясно не определили и не записали видение. Habakkuk chapter 2. В Аввакума второй главе. Habakkuk chapter 2, verse 2. Во втором стихе. Then the Lord answered me and said, тогда Господь ответил мне и сказал, write the vision. Запиши видение. Видение. Write the vision. Запиши видение. Say that. Write the vision. Повторите со мной. Запиши видение. And make it plain. Сейчас. И начертай ясно. Там по-русски, о, в английском просто. It has to be clear. Оно должно быть ясно. That others may be able to read it. Чтобы и другие могли прочитать. And run with it. И побежать вместе с этим. So we have to have the vision written. Нам нужно, чтобы видение наше или видение
было записано. Pastor Olin earlier. Пастор Олен раньше. Had you write some things down? Попросил, чтобы вы записали кое-что. I think you need to maybe give more time of prayer and thought concerning the vision, the purpose of God. Думаю, что вам нужно больше времени уделить тому, чтобы молитвенно рассуждать и размышлять о видении Божьем для вас, для целях Божьих для вас. God may have spoke to you during that time. We believe that. И может Бог проговорил к вам в это время, мы в это верим. But in a short time, it may be very lengthy. You may just have a broad idea. Но за короткое время это может быть слишком расплывчато, может у вас просто такая общая идея появится. It needs to be defined and tightened up. Но она должна быть более определена и сужена. So that you can clearly state it. Чтобы вы могли ясно ее произнести. And I believe you ought to have a vision scripture. Я верю, что у вас будет vision scripture. Yes. Meaning what? Your purpose statement. You should have a scripture with it. With it. Okay. И я верю, что с вашим вот этим ведением от Господа или ведением для вашей жизни у вас должно быть место из Писания, которое бы подкрепляло его. I know what mine is. Я знаю, какое у меня. I have a couple of key things that God has done personally in my life. И у меня есть несколько ключевых вещей, которые Бог сделал лично в моей жизни. It's helped define who I am. И это помогло определить то, кем я являюсь. Which in turn releases out of me the things that I know that I'm called to do. Что в свою очередь высвобождает из меня те вещи, которые я знаю, что я призван делать. I can have people come to me with all kinds of great ministry ideas now. И сейчас люди ко мне могут подходить и предлагать мне разные разнообразные идеи по служению. I don't get involved in everything. Но я не вовлекаюсь во все. It may be good things. Может быть, это хорошие вещи. It may be God things. Может быть, Божьи вещи. But it may not necessarily be the thing that I'm supposed to do. Но это не обязательно то, что я должен делать. I have to know that. Мне нужно это знать. Otherwise, even I can get pulled in every different direction. Иначе меня будут разрывать в разные направления. Otherwise, I have people come to me in the congregation with wonderful ministry ideas. Иначе люди в общине будут постоянно подходить ко мне с разными хорошими идеями. But if I don't have that vision clear, how am I to know whether we're supposed to do that or not? Но если у меня не будет ясного видения, как я должен понимать и знать, делать нам это или не делать? Now sometimes you have to determine where you're going. Иногда вам нужно определить, куда вы идете. Determine where you're at. Определить, где вы находитесь. And then look at where you've been. И потом посмотреть на то, где вы были раньше. It's like a rifle. Like a это rifle. Как ружье. You have the back sight. Есть сторона задняя. Which is your past. Это ваше прошлое. You can't change your past. Вы не можете изменить свое прошлое. Your history is what it is. Ваша история это то, что у вас есть. You have the front sight. Есть передняя часть. That is your present. Это ваше настоящее. And then you have the vision, the picture, the target of your future. И потом у вас есть видение или цель будущего. And you may say, well, I feel like that God is telling us to have this as our target. This is what we're supposed to do. И вы можете сказать, я чувствую, что Бог хочет, чтобы мы вот это делали. Your history is what it is. Ваша история есть ваша история. But what if your present is not where it needs to be to hit that target? Но что если ваше настоящее не находится там, где оно должно быть для того, чтобы попасть в цель? You have to maybe change your present state or where you're at. Может быть, вам нужно поменять ваше, так сказать, положение сейчас? So that you can be able to move towards your vision. Для того, чтобы вы смогли двинуться в направлении вашего видения. If your life or your ministry is not pointed in the right direction, если ваша жизнь или ваше служение не направлено в правильном направлении, begin to make changes to begin to move that direction. Начните предпринимать какие-то, делать какие-то изменения, чтобы начать двигаться в этом направлении. In writing down your vision, записывая ваше видение, it's clearly in the Word. It's clearly laid out in the Word. И это ясно говорится в Слове. We have a wonderful example just of how powerful written things are.
И у нас есть прекрасный пример о том, насколько сильны записанные вещи. The Bible has existed for many, many, many years. Библия просуществовала много лет. As one of the number one top sellers. И она одна из самых, так сказать, распространенных, продаваемых книг. Still more Bibles being produced today. И до нашего дня до сих пор печатают. Than any other book. Больше Библии в мире, чем любой другой. God's written word to us. Божье написанное слово к нам. We can read it. Мы можем читать его. It's clearly laid out. Там ясно это записано. This is what God has for our lives. Это то, что Бог имеет для нас. Here's what we're supposed to do. Вот что нам нужно делать. It's easy. Это легко. When it's written. Когда записано. It's maybe more simple than we've tried to make it out to be. И это может быть проще, чем мы как бы из этого потом усложняем что-то делаем. Sometimes I have these individuals. Иногда у меня есть такие люди. They're always looking for a fresh word from God. Они всегда ищут свежего слова от Бога. The latest, newest word from God. Самого последнего, самого нового слова от Бога. Most of the time they haven't done what they've known to do with God's word. В большинстве случаев они еще даже не сделали того, что они уже знают, нужно им делать в соответствии с Божьим. Here's a whole lot of word right here. Вот тут довольно много слов. Sometimes we're wanting something else to do. Иногда мы хотим делать что-то другое. Because we're not doing what we know to do. Потому что мы не делаем то, что мы знаем, мы должны делать. We avoid that. Мы избегаем этого. By the excuse of looking for something else. И оправдываем себя тем, что мы ищем чего-то другого. It must be written down. Но это должно быть записано. Let me tell you this. Хочу вам сказать вот что. They did some research concerning writing down goals. Проводили некоторые исследования по записанным целям. They did this with college students, with businesses, with just people in general. Это проводили среди студентов, среди бизнесменов и вообще среди людей. They found that you increase the odds of accomplishing those goals. И обнаружили, что вероятность исполнения или достижения этих целей повышается. By 50% if you write them down. На 50%, если вы их записываете. In other words, the odds of those things coming to pass in your life. Другими словами, успех того, что это произойдет в вашей жизни. Are simply increased by 50% just by writing it down. Просто на 50% увеличивается тем, что вы запишете. I wish we would just do what God says do. Мне бы так хотелось, чтобы мы просто делали то, что Бог сказал, мы делали. It took me a while to learn this. Мне понадобилось время, чтобы этому научиться. I love the prophetic. Мне нравятся пророческие проявления. I like the flow. Мне нравится движение пророческое. I have to write it down. Мне надо записывать это. I have to work at doing this kind of stuff. Мне нужно записывать, как бы прописывать эти вещи. We increase our ability to accomplish God's purpose. Мы увеличиваем нашу способность достигнуть Божьих целей. As we write it down. Когда мы записываем. At the beginning of each year, в начале каждого года, I have began to write down my goals for the year. Я начал записывать свои цели на год. In my personal life, в своей личной жизни, in the church's ministry, в церковном служении, I have some business things that I do on the side. Есть у меня некоторый бизнес, который я еще делаю. We have a large Christian school. У нас есть большая христианская школа. We have other multifaceted types of ministry. И разнообразные другие служения. And I write goals for each one of them. Я записываю цели для каждого из них. I have been amazed at how we have hit the target of those goals year by year. И меня самого удивляло, как нам удавалось все-таки достигать целей по каждому из направлений каждый год. I first was made aware of this. Первый раз я это осознал. About 10 years ago. Где-то 10 лет назад. I went to a pastor's conference in Phoenix, Arizona. Я поехал на пасторскую конференцию в городе Феникс, Аризона. It was Pastor Tommy Barnett's his pastor's school. Это была пасторская школа пастора Томми Барнетта. All week long we went through the classes. И всю неделю мы занимались. At the end of the school. В конце школы. He passed out small 3x5 cards. В конце школы нам раздали такие карточки небольшие. We had to spend time praying, like Pastor Olin led us to do earlier.
И мы должны были провести время и помолиться, так как вот пастор Олен просил у нас раньше. And write down some goals. И написать некоторые цели. Some personal goals. Некоторые личные цели. Some family goals. Некоторые цели семейные. Some ministry goals. И служение. I wrote down those goals. Я записал эти цели. We wrote them down on a second card. So we had two cards. У нас было две таких карточки, одинаково написали на двух карточках. We were instructed to keep one. И нам сказали, чтобы мы одну сохранили. The other card, we went out of the building. Другая карточка, мы вышли из здания. Up on what they call Prayer Mountain. На такую, у них там называется, это молитвенная гора. It's a big mountain next to the church. Это рядом с церковью такая большая гора. We all climbed up different places on the mountain. И мы все забрались на разные места на этой горе. To just spend time with God. Просто провести время с Господом. Praying over what we believe that God had called us to do. И мы молились над тем, что мы верили, Бог призвал нас делать. We took that card. Мы взяли эту карточку. And put it under a rock and left it on Prayer Mountain. И мы положили каждую свою карточку под камни и оставили на этой молитвенной горе. Left and went back to Texas. Мы уехали оттуда, я уехала оттуда и поехала в Техас. A couple of years ago. Где-то пару лет спустя. I ran across the card that I had my goals written on. Я нашел вот эту карточку, на которой были записаны мои цели тогда. They were some big goals. Это были большие цели. And they were some God-sized goals. Такие большие, как наш Бог. Way back 10 years ago. И где-то 10 лет назад. It seemed like it was big. Для меня это, когда я их записывала, оно таким казалось большим. And as I read them, и когда я прочел их, I was amazed. Я был потрясен. At how God had brought us to each one of those. Как Бог привел нас к исполнению каждой из них. God is a great God. Бог великий Бог. He has a vision and a purpose for our lives. У него есть видение, у него есть цель для нашей жизни. Now, let's move a little forward in the practical aspect of ministry. Давайте немножко еще дальше пойдем касательно практических аспектов служения. I'm sure that you as pastors and leaders and church workers that are here. И я уверен, что вы как пасторы, как лидеры, как служители церквей здесь. May have struggles on coming together and being unified. Может, переживаете определенные трудности в том, чтобы единство испытывать в вашем служении. Being able to live out and keep the unity of the Spirit in harmony for the vision. В том, чтобы действительно переживать это единство Духа в ведении для вашего служения. So let me ask you this. Я хочу вас спросить. If there's constant division, do you have a vision? Если постоянно присутствует разделение, есть ли ведение? Ведение? Есть ли ведение? Ведение? Нет. The Greek word for the vision is two visions. Греческое слово, которым определено слово разделение, на самом деле это слово, которое можно перевести два видения. Somebody has to be able to have the vision. Кто-то должен иметь одно видение. Well, how does that come about? Как это происходит? Well, God gives it to the leader. Бог дает это лидеру. It has to come to the head. Оно должно прийти к голове. There is a set person that should be at every church. В каждой церкви должен быть поставленный Богом человек. That person should understand, here is the vision. И этот человек должен понимать, вот это вот видение наше, ведение. Ultimately, here's where we're going. В конце концов, вот туда мы идем. And others should come along and support that. А другие должны рядом становиться и поддерживать это. Now, if it's not clear, you've got to make it clear. Если это не ясно, надо это сделать ясным. But if it's clear, then everybody else should make the choice of coming to support it. Но если это ясно, то все остальные должны сами делать выбор. And if that person, and if there's people that are in the church or on your team that cannot support the vision. Но если есть люди в церкви или в вашей команде, которые не могут поддерживать это видение. Doesn't mean they're not a Christian. Это не значит, что они теперь неверующие. Doesn't mean that they don't have a call from God. Это не значит, что у них нет призвания от Бога. But they may not supposed to be in that place with you serving that vision. Но может быть, им не нужно быть с вами вот в этом месте, поддерживая это видение. Excuse me. So how do you get this working? И как же это действует? There's a couple of passages that we want to look at.
Есть пару отрывков, на которые я хочу, чтобы мы посмотрели. How many of you have heard of the Jethro principle? Кто из вас слышал о принципе Иофора? In Exodus chapter 18. В Исходе, 18 главе. Moses has led the children of Israel out of Egypt. Моисей вывел сынов Израиля в их из Египта. Great multitude. Огромное количество. Abraham had the promise. У Авраама было обетование. Moses got the problem. А Моисей получил от этого проблему. Millions of people. Миллионы людей. Lots of logistics and structure and all that was needed to be able to see that everybody's need was met. И много разных вещей должно было сделано быть, всякого обеспечения, структур для того, чтобы нужды людей восполнялись. It seems like society they were meeting a lot of those needs and it was working. И казалось, что вроде бы как действует их сообщество вот в этом направлении, и вроде бы как все нормально. Provision of food was there. Было обеспечение едой. Break the tents down, load everybody up, move again. Потом собрали палатки, пошли дальше, идем. It doesn't identify that there was any problems with that. Вроде бы с этим никаких проблем не было. But in the area of spiritual ministry, но что касалось духовного служения, all the counseling that was going on, всех консультаций, которые или разбирательств, которые должны были быть, only Moses was doing it. Только Моисей этим занимался. From sun up to sun down. От восхода солнца до заката. It was wearing him out. И это его уже утомляло. It was destroying his family. Это разрушало его семью. Because his father-in-law showed up. И тут появился его свекор. He was concerned for the family. Нет, тесть. И тесть обеспокоился семьей. So he gave some advice to Moses. И он ему дает такой семейный совет. He asked him, he says, why, this is in verse 14 of chapter 18, he said, why do you sit here thyself alone? И спрашивает он его. And all the people stand by thee from morning until evening. Что это ты такое делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера? Moses said unto his father-in-law. И отвечал Моисей тестью своему. Because the people come to me to inquire of God. Народ приходит ко мне спросить суда у Бога. When they have a matter, they come unto me. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне. And I judge between one and another. И я сужу между тем и другим. And I do make them know the statutes of God and His laws. И объявляю уставы Божьи и законы Его. It sounds good, doesn't it? Ну, вроде нормально звучит. But it was wearing him out. Но его это очень утомляло. It was wearing the people out. Это утомляло людей. It was not meeting all the needs. Это не восполняло нужды. So his father-in-law told him to hearken unto his voice. И его тесть предлагает послушаться его. And he would give him counsel. И он давал ему совет. On being able to meet the needs of the people. Как восполнить нужды людей. So he told him to raise up leaders. И он ему сказал, что нужно поднимать лидеров. Leaders over tens. Лидеров над десятком. Leaders over fifties. Над пятидесятком. Leaders over hundreds. Над сотней. Leaders over thousands. Над тысячи. So it was broken down to where it was manageable. И это было разбито так, чтобы это можно, этим можно было управлять. Now remember, there was millions of people. Помните, там было пара миллионов людей. So you needed leaders in those different areas. Нужны были лидеры в определенных областях. You or I may not be at that place of needing that many yet. Но может мы с вами еще не в том месте, где нам так много надо. But it's the same principle. Но это тот же принцип. Now, wouldn't you think that this would work? Ну как вы думаете? Наверное, это должно было сработать. Isn't that the idea of getting more people involved in ministry and that this would meet all the needs? Вот можно подумать так. Ну побольше бы людей в служении, все нужды будут восполнены. This did not work. Но это не так не получается. Look at Numbers chapter 11. Посмотрите. В числа 11 главу. I do believe in that principle. Я верю в этот принцип. I do think that that will work as far as raising up other support staff. Я верю в то, что это будет работать касательно поднятия служителей. But in true eldership to support the vision. Но чтобы по-настоящему старейшины поддерживали видение. Something else had to happen. Еще должно что-то произойти. If Exodus 18 would have worked, we would not see the discouragement of Moses in Numbers chapter 11.
Если бы сработало просто то, что, о чем мы читали сейчас в 18 главе Исхода, мы бы не увидели то, что записано, того разочарования, которое пришло к Моисею в 11 главе. In verse 10, Moses begins to complain to God. В 10 стихе Моисей начинает жаловаться Богу. He's wondering, why on earth would God call me to do this? И он как бы жалуется, почему Бог призвал меня это делать? I'm not able to meet all these needs. Я не могу восполнить все эти нужды. By the time he gets to verse 14. Потом в 14 стихе. He says, I am not able to bear all these people alone. Он говорит, я один не могу нести всего народа этого. Wait a minute, Moses, I thought you weren't alone. Как это, Моисей? Я думал, что ты не один. I thought you raised up leaders. Я думал, что ты поднял лидеров. Leaders of tens. Десятка. Leaders of fifties. Десятка. Leaders of hundreds. Сотни. Leaders of thousands. Тысячи. What do you mean alone? Что это значит, что ты один? Have you ever pastored and have a lot of help around you and still feel alone? Было ли когда-нибудь у вас так, что вы вот, занимаете пасторскую позицию, и много людей вам помогает, но вы все равно чувствуете себя одиноко? Or you feel like you're having to bear the weight of the vision alone? Или вам кажется, что вам нужно нести всю тяжесть этого видения самому? If you do, you can become weary. Если это так, то это вас может замучить. Look what he says here in verse 15. Смотрите в 15 стихе, что он говорит. If thou deal thus with me, kill me, I pray. Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня. Yes, he is at the place of saying, God, just kill me, take me out of here. Он в таком месте находится, где он просто говорит, Боже, просто убей меня. He didn't want to live. Не хотел даже жить. He said, I'm ready, take me out. И он говорит, забери меня. If I have found favor in thy sight. Если я нашел милость перед очами твоими. He says, just kill me. Просто убей меня. Lest I see my wretchedness. Чтобы мне не видеть бедствия моего. Moses was one of the meekest leaders that ever lived. Моисей был одним из самых скромнейших лидеров, смиреннейших, которые жили. But even he had been pushed to the point. Но даже его довели до определенной точки. With this heavy burden. Вот этой тяжелой ношей. Bearing it alone. Когда он нес ее один. That he was ready to choke the living daylights out of somebody. Что он был готов кого-нибудь задушить. Beat the sheep. Побить овец. He had had it with people. Достали его люди. This was a heavy burden. Это была тяжелая ноша. People had needs. У людей были нужды. Israel had been complaining before Moses was complaining. Израиль жаловался еще до того, как жаловался Моисей. Any of y'all have any of your folks complain? У вас кто-нибудь жалуется о вашем служении? No, some of you got perfect members, perfect sheep. У кого-то, наверное, совершенные овцы. They never никогда вот так не делают. No whiners? Жалобщиков нет, да? I got a few whiners. У меня есть несколько. And sometimes you want to go. Иногда хочется вот так вот сделать. Be delivered in Jesus' name. Moses was at the end of himself. Exodus 18 wasn't working. Why? Because it was neat. There had to be something more than just people doing ministry. Потому что должно было быть что-то большее, а не просто люди, совершающие служение. Early on in Central Texas. Раньше в Центральном Техасе. I had some new people show up. Было со мной такое, что к нам пришли новые люди. Oh, I've been in ministry over here. Я вот там вот был в служении. I was working over in that church. А я вот в той церкви трудился. I'm called of God. Я призван Богом. I had these gifts. Вот у меня такие дары. I'm a new pastor. А я новый пастор. I'm just learning. Я учусь только. I was thankful there was even anybody in the pew. Я был рад, что хоть кто-то в ряду сидел. Now they want to work. А теперь они еще хотят что-то делать? Yeah. Да. What do you want to do? Что ты хочешь делать? I want to do this. Я хочу вот это делать. Okay, go. Давай. I want to do this. А я вот это хочу.
вскоре this way and that way. Туда, сюда. See, it's not enough for just you to have a gift. Ты понимаете, это мне недостаточно, чтобы у тебя был дар, у меня был дар. You to have a gift. У тебя был дар. You to have a gift. У тебя был дар. We all have a gift. У нас у всех. We just all do our gifts. И мы все будем исполнять наши дары. We have a mess. Когда у нас будет бардак? It may be a party like at Christmas time. Everybody's got a gift. Типа как у нас на Хануку, у всех подарки. But it's not church. Но на церковь это не похоже. It's not congregation. Это не община. We have to change the way we think. Нам нужно поменять наше мышление. Well, what was the solution that God gave? Так какое же решение здесь Бог дал? Jethro principle is wonderful. Иофора принцип был хороший. Up to a certain degree. Но до определенного момента. But what was God's solution? Божье решение какое было? Verse 16. 16 стих. And the Lord said to Moses. И сказал Господь Моисею. Gather unto me 70 men of the elders of Israel. Собери мне 70 мужей и старейшин Израилевых. Whom you know to be elders of the people. Которых ты знаешь, что они старейшины. And officers over them. И надзиратели над народом. Yeah, officers over them. And bring them unto the tabernacle of congregation. И возьми их в скинии собрания. Into the presence of God. Is that not right? Присутствие Божье, да? Is that not the tabernacle of congregation? For the presence of God. Собрание Божье, собрание это и есть присутствие Божье. That they may stand there with who? Чтобы они стали там с кем? With you, the leader. С лидером. Oh, but I just stand with God. Но я же стою с Богом. I don't look to any leader. Не нужно смотреть на лидера. Only God. Только Бог. Then go look someplace else. Тогда пойди посмотри еще где-то. Because I need leaders who will stand with me. Потому что мне нужны лидеры, которые будут стоять со мной. When trouble breaks out. Если какая-то проблема произойдет. I need to know. Мне нужно знать, that I have leaders, что у меня есть лидеры, who are going to stand with me, которые будут стоять со мной. Not stand with the people. Не стоять с людьми. See, a lot of times we have this idea. Понимаете, часто у нас такое бывает. That somehow the government of God is democracy. Что управление Божье это демократия. That people get to vote. Что люди могут голосовать. It's really theocracy. На самом деле это теократия. God's the boss. Бог самый главный. What God says. То, что говорит Бог. That's final. Это окончательное решение. We see what a committee got Israel. Remember the committee? The 12 spies? Знаете, мы можем видеть примеры, когда собранные комитеты до чего доводят. Например, 12 соглядатаев. Got them in trouble. Проблемы у них были. But Joshua, when he came back to the land of promise, но Иехошуа, когда он вернулся в обетованную землю, he didn't send a committee. Он не установил там комитеты, не собирал. He sent two of his warriors that would represent him and have his heart. Он взял тех двух людей, которые представляли воинов, которые представляли его сердце. Not to spy out the land. И не для того, чтобы землю обозревать. To see if it was good enough to obey God. See if it was easy enough to obey God. Чтобы как-то все-таки решить, достаточно ли легко послушаться Бога в этом случае. No, they went to spy out the land on how we're going to do it. Но нет, они пошли в эту землю для того, чтобы выяснить, как им лучше это сделать, завоевать ее. When you know the will of God, когда ты знаешь волю Божью, voting is over. Закончилось голосование. Well, I don't know, Pastor. I need to go pray about it. Ну не знаю, пастор. Мне надо об этом помолиться. But the word of God says. Но слово Божье говорит. So why are you praying? Зачем тебе молиться? Obedience is needed. Нужно послушание. Not prayer. Не молитва. Obedience. Послушание. Courage. Courage. Strength to go do it. Сила пойти и сделать это. So he says, you gather those individuals who will stand there with you. И он говорит, ты собери тех людей, которые станут с тобой. In verse 17. В 17 стихе. And I will come down and talk with you. И я сойду и буду говорить там с тобою. Not them. Не с ними. You. С тобой. Somebody's going to stand responsible.
Кто-то должен стоять ответственным. You remember the illustration Pastor Owen used earlier? Помните иллюстрацию, которую Пастор Олен раньше использовал? There is an angel. Воскресший, поднятый ангел. A messenger, an apostle. Посланный апостол. In each church. В каждой церкви. And they are in the palm of his hand. И они находились в его руке. He can remove them. Он может их сдвинуть. That individual stands responsible before God. Тот человек стоит ответственным перед Богом. He says, you're going to have to stand there with the leader. И он говорит, ты там будешь стоять с лидером. I'm going to talk to him. Я буду с ним говорить. And as I talk to him, и когда я буду говорить с ним, then you are there to support him. Вы должны их поддержать. And I will take of the Spirit which is upon you. Я возьму от Духа, который на тебе. Notice the I'm assuming your Bible's the same. The word that's there it's a small s. It's a small letter for spirit. It's not talking about. Here it's a capital actually. В общем. Same word. It really is. Sure. И от Духа здесь обратите внимание. От слова написано от Духа возьму. My translation gives us an understanding. И мой перевод как бы дает одно из толкований. That there is an anointing on the leader. Что есть помазание на лидере. And that anointing. И это помазание. Needs to get on the people. Должно распространиться на людей. That are called to that vision. Которые призваны к этому видению. They are called to come around that leader. Которые призваны к тому, чтобы стоять. To support the vision. Поддерживать это видение. Together we're going to accomplish the will of God. Вместе мы достигнем, исполним волю Божию. In no way am I saying that the primary leader is more, what's the word? Needed or more holy than anybody else. Не говорю никоим образом, что вот этот как бы главный лидер, что он является более святым, чем все остальные. All of those other 70 leaders and officers were needed. Все вот эти вот 70 человек были нужны, старейшины. They all had value. Они все имели ценность. Just like all the rest of the people of God's ministry in His congregation. И остальные люди точно так в общине. They all had value. У них у всех была ценность. Every single person in the body of Christ is needed. Каждый конкретный человек в теле Мессии нужен. It makes up the body. И из этого состоит тело. But there has to be a head. Но должна быть голова. It's the principle of God's word. Это принцип Божьего слова. Psalm 133 speaks of this. 132 псалом об этом. That the anointing oil starts at the что помазание начинается с головы. And comes down. И потом стекает. It's as a whole. I'll maybe talk about that later. Я может позже об этом поговорю. I'm going to let Pastor Owen share some things that they have been using at Shady Grove Church for many years. И я хотел бы дать время также Пастору Олену поделиться некоторыми вещами, которые они используют в церкви Shady Grove уже много лет. When he was not the pastor, things began to come apart. Когда он не был пастором там, некоторые вещи начали как-то. They weren't practicing what they had written out. Сваливаться, и они не практиковали то, что они записали. As he is reestablished as a senior pastor. И который он восстановил. Very quickly, everything is coming back in order. Когда он был восстановлен как старший пастор, быстренько все.